Стоять. Стой, где стоишь. Руки за спину, медленно. Документы у тебя есть? Начну заново. У тебя документы при себе есть? Нет, при себе есть документы? Ну вы глухой. Я вам ору, ору через весь двор. Думала, вы мне с сумками поможете. А вы прете себе, как танк. Ничего не слышите. Вот ты что здесь делаешь? Че, я? Да, ты. Да я за вещами заехал. А тут у тебя вот люди непонятные шастают. Ты что, пьяный, что ли? Какая тебе разница, любимая? Ты знаешь этого хмыря? Ну, знаю. Это вы хахаль, что ли? Ну, чего хахаль, мой жилец. Жилец, да? Ну, да, жилец. Ну, вот чудо. А я почему-то взял и не поверил. Больное оружие на хахаля похоже. Кира, а что-то я не понимаю. Ты думаешь, так просто меня с жилплощади взял и выбросил? Как плюшевого? А я не плюшевый. Я резиновый. Я пружиню. Усекаю. Усекаю, Олег. Иди домой, слышь? Иди. А ты попробуй, уговори. А можно я попробую? Да легко. А что, я не понял, что происходит? Что ты, встань на место, одень. Олег, происходит? Перестань, ну в самом деле, он пьяный. Не слушайте его, не связывайтесь, ну в самом деле. Я не пьяный, я не нервный. Понимаешь? Я никуда не ухожу. Что? Я просто хочу поговорить. Со мной? С вами. У вас есть для меня 2 минутки? В смысле, выйти, что ли? Ну, если это вы так называете, то да. Ну, смотри, мужик, ты сам нарвался. Пойдем. Подождите, Олег. Олег, послушай меня. Олег, подожди! Поговори со мной лучше, слышишь? Олег, ну в самом деле, ну... Что же это... Кое. Олег! Перестань! Я сейчас милицию вызову! Вы в порядке? В полном. А... Ему необходимо время, чтобы подготовиться. Почему? Можно? Можно? Кир, ну там... Ну, я выпил немного, ну, ты... Прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Вот. А, и ключ вот забери, он мне не нужен больше. У меня просто работа, понимаете, нервная. Да, я понимаю. Я вообще хороший парень, вон, спроси тебя у Киры. Кир, ну скажи. Да. Ну, я пойду. До свидания. Всего вам доброго. Фантастика. В каком смысле? А что вы с ним сделали? Ничего, просто поговорил по душам. Он неплохой парень, Олег. Да бросьте, вы с ним невозможно разговаривать. Признайтесь, били? Когда? Ну, чуть-чуть хоть. Нет. Ладно. А, в общем, спасибо вам. А еще знаете что, раз такое дело, может быть, мы, ну, перейдем на «ты», то я уже язык сломала в икоте. Ну, если это не скажется на арендной плате. Да не скажется. Сумки помоги мне на кухню отнести. Проект «Дилетанты» начал разрабатываться в конце 90-х. Дилетанты не похожи на обычных шпионов. Они ни у кого не вызывают подозрения. Их действия невозможно просчитать заранее. Они самые обычные люди и поэтому не интересны никому. Иди, ищи меня по свету.
не отпускай меня в толпе. Ты снова здесь, я снова где-то на неизвестной стороне. И гаснет свет, и стынут вены. Я снова слепну в темноте. И кто-то молча дышит в спину моей измученной судьбе. На прицеле я, на прицеле ю, подлежит объект уничтожению. На прицеле я, на прицеле ю, подлежит объект уничтожению. Чтобы дилетанты не совершали роковых ошибок, их нельзя перегружать заданиями. Они должны выполнять только элементарные функции. В работе с дилетантами существует одна серьезная проблема. Осознание того, что ты используешь человека, не ставя его об этом в известность. По сути дела, ты его подставляешь. До последнего времени я был человеком, который работает с дилетантами. Сейчас все изменилось. В роли дилетантов оказались близкие мне люди. А также я сам. Лектор. И вы готовы давать официальные показания? Разумеется. Хочу напомнить, что все ваши показания будут записываться на видео. Я знаю право. Что ж, тогда подпишите здесь, здесь, здесь и вот здесь. Большое спасибо. Все началось с записки, которую я получил после лекции. Стоп. Здесь поподробнее, пожалуйста. При каких обстоятельствах вы получили записку и были ли при этом свидетели? Нет, свидетелей не было. На сегодня у меня все. Будьте здоровы. Вы узнали почерк? Если бы я знал почерк, я, возможно, не пошел бы навстречу. Почему? Не вижу причин. Но ведь Владимир был вашим другом. Коллегой. Мы встретились в кафе. Здравствуй, Максим. Давно не виделись. Я сразу почувствовал ее волнение. Он рассказал о том, как кто-то проник в секретную базу через его компьютер. Он предложил мне... Не знаю, как точнее назвать. Партнерство, наверное. Он просил вас о помощи? Умолял. И? Я излагаю только факты. Я был рядом, когда взорвалась его машина. Я не знаю, кому это было нужно. Вам решать. Это ваша работа. Хорошо. И я думаю, вам не стоит объяснять, что все вышесказанное должно остаться в этой комнате. Конечно. Хорошо, что вы к нам пришли, обо всем рассказали. Я думаю, что ваши показания помогут предотвратить следующее, новое преступление. Большое спасибо. Максим Максимович. Слушаю. Хотел с вами посоветоваться по одному вопросу. Да. Но, если честно, я не уверен, что имею право об этом говорить. Не уверен и не говорить? Но я не знаю, как мне быть. Мне предложили работу. Хорошую работу. Угу. С отличной перспективой. Так в чем же дело? Здравствуйте. Здрасте. ФСБ. Вы согласились? Пока нет. Мне дали время подумать, но я не знаю, что мне отвечать. Тогда отказывайтесь. Вы тоже так думаете? А кто еще так думает? Моя девушка. Понимаете, она считает, что работа на спецслужбу – это
Дурной тон, что ли? Все равно, что стать Цербером или душителем свободы. Отчасти она права. Там, где есть сила, всегда немного не хватает свободы. Вот занятная штука. Там, где силы нет, свободы порой бывает еще меньше. Знаешь, сейчас ничего не понял. Ну, представьте, вы летите в самолете и через иллюминатор смотрите вниз. Видите какую-то движущуюся точку. Для вас это просто точка. Но если посмотреть на эту точку метров с 20, окажется, что это машина. Если приблизиться еще, то в машине можно разглядеть на заднем сиденье сотрудника ФСБ, то есть непосредственного душителя свободы. Если посмотреть чуть поближе, можно разглядеть его лицо. Нормальное, обыкновенное лицо. Здрасте. Как у многих, многих других людей. А если посмотреть на это лицо в упор, вы вообще ничего не увидите. И что это значит? Ваша девушка предпочитает видеть эту проблему с определенного расстояния. А кто-то смотрит по другим углом. То есть, по-вашему, понятия «хорошо» и «плохо» не существует? Там, где участвуют несколько человек, понятия «хорошо» и «плохо» становятся переменными величинами. Привет, для кого-то хорошо одно, для кого-то другое. А вот когда появляется однозначность, происходит трагедия. Так что вам самим нужно решать, что хорошо, а что плохо. И этому следовать. По жизни. Что мне им ответить? Я не знаю. Это ваша жизнь. Вам решать. А если бы вы были на моем месте? Ну, вот если бы вам предложили. Вы бы согласились? Уж по крайней мере, я бы не стал спрашивать совета у своей девушки. Я сегодня был в нашей конторе, на 6-м этаже. Собственной безопасности? Угу. Они тебя вызвали? Нет, я им позвонил. С ума сошел? Я им все рассказал. Зачем? А ты как думаешь? Чтобы тебя не грохнули, в конце концов. Кроту, кто бы он ни был. Ты нужен мертвый, а не живой. Так на тебя легче повесить всех собак. А теперь, когда тобой заинтересовался СБ, ему не надо тебя убивать. Ты все равно под колпаком. Но это же не снимает с меня подозрения. Разумеется. Всему свое время. У моего дома были твои люди? Я вообще не в курсе. Значит, или наш, или Крот постарался. А нашим-то зачем за тобой следить? Очевидно, есть причина. Это что? Это главная часть нашего плана. Международная архитектурная выставка. Смотри, чтобы поймать Крота, нужно его выманить. Подсунуть ему наживку, связного, покупателя информации. А если он знает связного? Ты прекрасно знаешь, что в 9 случаях из 10 продавец и покупатель не знакомы друг с другом. Мы, конечно, рискуем, но другого выхода у нас нет. Времени очень мало. Сейчас в Москву съехались архитекторы со всего мира. Отличная легенда для подставного связного. Нужно только найти среди них того, кто годится на эту роль. Помощь нужна? Нет, у меня есть к кому обратиться. Руки вверх. Привет, в смысле? Да, это вообще не хватало. Угу. Пойдите, пойдите. Ой, профессор. Маша, привет. Я Маша. Мы здоровались только что. Даша, привет. Угу. Ну что, вам снова понадобилась квалифицированная хакерская помощь? Точно. Ой, а сколько ж мы не виделись-то? Ну, мы уж думали, вас замели с вашими темными делишками. А вот если нас возьмут за это самое место, то мы вас первым сдадим. Спасибо. А вы знаете, что у нас расценки поднялись? А что так? Ну как, кризис. Очень жаль. А, ну, для постоянного-то клиента мы можем и скидку сделать. Сколько? 7%. 8. Девчонки, не ссоритесь. 7,5. Про деньги я все помню, деньги вперед. Вы что-нибудь в архитектуре, понимаете? Конечно. Ну и зачем вам это надо? Частный заказ. Халтурите. Ну, профессорский не протянешь, понимаем. Сами такие.
Что будем искать? Архитекторов. Ага. Вам все равно, какие ли есть предпочтения? Нужны американские, подешевле и с подмоченной репутацией. Зачем такой? Проще будет договориться. Смотрите на них. Вы кино любите? Да. Кто же его не любит-то? Никогда не замечали, что по начальным титрам можно определить, хороший будет фильм или нет. А, типа интуиция? Типа профессия. Забавное лицо. А вот этого пробей. Так, этого мужика зовут Эндрю Блейк. Всех архитекторов, приехавших в Москву, этот законченный лузер. Его никто сюда не приглашал. Он мотается по всем выставкам за свой счет, ищет больных наглых клиентов. А, подожди, здесь смотри, про него интересная статья. Типа самый шизанутый архитектор Америки. Кстати, шизанутый в плохом смысле. Ну, это вряд ли тот, кто вам нужен. То, что надо. Но он же идиот. Мне больше нравится непризнанный гений. Мистер Блейк, приветствую. Привет. Моя фамилия Скоропохушников. Примельнику устроились. Я представляю интересы господина Вострособойникова, главы фирмы «Рослабтехмаш», крупнейшей машиностроительной фирмы в Восточной Европе. Слушай, а я не понимаю... Визитка. В машине оставил. Ради бога, извините. Визитки в машине. Я вас запутал. Запутал, я вижу. Слушай, а что в чем... Что в чем? О чем речь идет? О проекте стоимостью 100 миллионов долларов. Долларов? Бред. Посмотрите, какой бред подсунули нам наши архитекторы. Ничего более убогого мой босс за всю жизнь не видел. А ему нужен западный стиль. Хорошие очки. Вы предлагаете мне контракт? Пока я хочу уточнить, как обстоят дела с вашей занятостью. Мы понимаем, вы занятой человек, востребованный. 1 миллион долларов в качестве гонорара вас устроит? Не торопитесь. Не спешите. Все хорошенько обдумайте. Взвесьте. И сразу позвоните мне. Слушай, а телефон? На визитке. Ради бога, извините. Визитка в машине. Я вам сам позвоню. Вечером после выставки. Какой у вас номер? 211. Thank you. Возможно, босс сам захочет с вами встретиться. Поверьте мне, более заманчивого предложения в России вам вряд ли кто-нибудь сделает. Хорошие очки. Идеальная кандидатура. Я его уже прощупал. Он даже не поймет, что это было. 100% дилетант. Что еще потребуется? Свежий ЦРУшный телефонный номер, но так, чтобы наши смогли его быстро пробить. Штаб-квартира в Будапеште подойдет? Да. Ну, тогда считай. Номер у тебя уже есть. Отлично. Завтра утром собираю отдел и начинаю операцию. И будь все время на связи.
Ира, здравствуй. Добрый вечер. Ух ты, красота. Нравится? Здорово. Как называется? Первые арбузы. Неожиданно. Почему? А чё они такие желтые? Ну, они же первые. А, не созрели, значит. А почему такой формы? Я так вижу. Нет, здорово. Я, правда, в современном искусстве так не очень как-то. Да ладно, расслабься, это же спелые груши на столе. Пойдем чаю попьем. А я хотел пригласить тебя поужинать. Меня? Да ладно. Ну, я, честно говоря, с утра ничего не ела с этими арбузами, и в холодильнике только чай. Вообще, меня 100 лет никто в ресторан не приглашал. 5 минут есть у меня на сборы? Есть. Ну, рассказывай. О чем? О себе, конечно. А то получается, что я сижу в ресторане с незнакомым мужчиной. Ну, о себе. Я обычный 44-летний мужчина. И все? Видимо, да. А ты в курсе, что девушкам не нравятся обычные мужчины? Я, честно говоря, в этом деле дилетант. Все, вы стараетесь быть дилетантами. А потом на деле оказываетесь такими профессионалами. Ну ладно, подам тебе пример откровенности и расскажу немного о себе. Я на вид обычная девушка, но с детства мечтала стать Аллой Пугачевой. Не сложилось. Я закончила пищевую и стала технологом консервов и пищеконцентратов. Вот как-то так. Потом выскочила замуж за одного одноклассника. Ну, это Олег с пистолетом, ты его видел. Развелась, богатство не скопила, детей не нажила. И вот она я. Сижу себе в ресторане с обычным 44-летним мужчиной, трескаю спагетти и... жизнь налаживается. А рисовать давно начала? Эта болезнь у меня еще с детства, лет с 5. Мне тогда все говорили, что у меня определенный талант, но одним талантом сыт не будешь. И родители для подстраховки отправили меня в пищевой. Ну, в спецы по консервам. Но ты же все равно стала художницей. Из вредности. А знаешь, когда в 32 начинаешь жизнь заново, прикольно. Ты не пробовал? Мне всегда казалось, что нельзя начать жизнь заново. Судьба у человека одна, раз и навсегда. Антураж только может меняться, а суть – нет. И откуда в здоровом 44-летнем мужчине такая испанская грусть? Все в наших руках. За тебя. Спасибо за ужин. Тебе спасибо. А у меня есть обалденный рисовый чай, не хочешь? Ну, попьем чай. Знаешь что? Что? Это не такой обычный, каким хочешь казаться. Тебе чувствуется второе дно.
Как это? Ну, это когда в одном человеке другой человек. Как шампунь и кондиционер в одном флаконе. Это хорошо или плохо? Надо пробовать. Но я не прихотлива, у меня только на одну аллергию, на вранье. Поэтому, если ты когда-нибудь захочешь мне соврать, ты помни об этом, ладно? Лучше соврите. Не говорите ей правду. Ее состояние и так слишком тяжелое. Вы ничего не измените, только ухудшите. Что? Совсем страшно? Есть немножко. Что они говорят? Что не стоит волноваться. А еще что? Они все очарованы тобой. Они сказали, что для больной у тебя слишком здоровое чувство юмора. Сколько? Что? Сколько мне осталось? У нас с тобой вся жизнь впереди. Да. Дурацкая была идея с чаем. Пойду я спать, поздно уже. Спокойной ночи. Мы располагаем информацией, что в Москву секретной миссией прибыл эмиссар ЦРУ. Кто он, неизвестно. Цель визита неизвестна. Мы должны вычислить его и узнать, что ему нужно. Источник утверждает, что объект находится среди гостей архитектурной выставки. Источник проверенный? Более чем. Еще вопросы есть? Ну тогда работаем. Первое. Установить тотальное наблюдение за гостиницей. Обеспечить прослушивание всех телефонных линий. Ни один звонок не должен остаться незафиксированным. Все твои люди должны быть задействованы в операции. Любой из них может оказаться кротом. Понял. Все уже там. Когда тебе сообщат о звонке архитектору, якобы по линии ЦРУ из Будапешта, тебе будет необходимо тут же исчезнуть. Крот наверняка занервничает. Не может не занервничать. Мы должны контролировать каждый этаж, каждый номер, каждого постояльца. Здравствуйте. У нас забронирован номер. Если Кросс выдаст себя, мы должны быть готовы взять его с поличным. Докладывать об обстановке каждые 10 минут. Лично мне. Девчонки, я помню, вы как-то хвастались, что взломали какую-то австралийскую телефонную компанию. Ошибки молодости. А совершите, пожалуйста, еще одну ошибку для меня. Ну, за дополнительную плату? Естественно. Нужно позвонить в эту гостиницу, вот в этот номер. Как бы из Будапешта, с этого телефона. Не вопрос. Давай. Пошел звонок из Европы. Дальше.
Save that today. I leave my love alone. Что это было? Шекспир. Шекспир? Шекспир. Номер, с которого сделан звонок, у нас в черных списках. ЦРУшная линия. Венгрия, Будапешт. Все идет по плану. Следователь СБ приедет с минуты на минуту. Первый, это седьмой. Архитектору звонили из Будапешта, из штаб-квартиры ЦРУ. О чем они говорили? По сути, не было никакого разговора. Мужской голос сообщил примерно следующее. Меня останавливает одно. Умерев, я оставлю свою любовь в одиночестве. Все. Похоже, это наш клиент. Первый, это седьмой. Тут к нам следователь из собственной безопасности. Понял, иду. Первый, это седьмой. Первый, это седьмой. Первый, ответьте, это седьмой. Он больше не отвечает. Значит, нами установлено, что копирование секретной информации производилось с компьютера начальника вашего отдела. Местонахождение его устанавливается. У меня к вам убедительная просьба. Быть абсолютно бдительными. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта информация ушла за границу. Так что слушайте, наблюдайте. И обо всем докладывайте мне. Договорились о встрече на Поклонной горе. Вы думаете, он клюнет? А почему вы так уверены, что это именно он, а не она? Я могу только предполагать, кем бы он ни был, для американцев он просто крот. Человек, обладающий важной информацией. До последнего времени все шло по его плану. Но после неожиданного побега Владимира все перевернулось с ног на голову. Теперь крот будет думать, что Владимир разыгрывает точно такую же партию. И если Владимир первым выйдет на американцев, он первым получит деньги. И все старания крота пропадут даром. Поэтому он и вынужден будет рисковать. При таком раскладе у него не остается выбора. Или он продает информацию, или ее продам я. Очень мало времени. Элис. Я Лис. Элис. Вот то, что вам надо. На Поклонную нельзя, это подстава. Неплохой костюмчик. И почем нынче предательство? Тихо. Все. Приехали.
Привет. Привет. Здорово. Как дела? А по мне не видно? Нет. У меня все просто обалденно. Может, сходим куда-нибудь? Чего? Сходим куда-нибудь. Неа. А завтра? Боюсь, завтра тоже ничего не выйдет. Меня пригласили на одно мероприятие. А в воскресенье? Стоп. На этом месте, думаю, стоит объясниться. Мы с тобой уже не дети, и я думаю, нет смысла устраивать пионерских утренников. Я просто не привыкла брать на себя повышенные обязательства. Тем более, что моя интуиция мне подсказывает, что ты, конечно, мужик неплохой, но не мой. Хотелось бы мне поболтать с твоей интуицией с глазу на глаз. Моя интуиция болтает только со мной. Помнишь, я тебе говорила про твое второе дно? Угу. Забудь. Загадка должна быть у женщины, а не у мужчины. А о чем-то я ничего... Не перебивай меня, я сама перебьюсь. Я чувствую, что ты что-то от меня скрываешь. А если я такое чувствую, ничего не выйдет. Я уже не девочка, я не хочу общаться с Человеком-пауком. Сегодня ты один, завтра ты другой, послезавтра я не хочу гадать, каким ты будешь. Я просто в очередной раз не хочу влипать дурацкую ситуацию. Ты не понимаешь. Ничего не говори и не отвлекай меня. Я работаю, а ты мне мешаешь. Вас предупредили, что весь наш разговор будет записываться. Вас. Значит, будешь молчать? Егор, ты должен нам помочь. Ну, говори, говори, говори. Не молчи. Рассказывай. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня попросили побеседовать с вами. Чтобы на меня все смотрите. Пытаюсь понять. Меня? Нет. Тех, на кого вы работаете. Не укладывается в голове. Зачем вы им понадобились? Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Егор, послушайте. Ты должен нам помочь. Не укладывается в голове. Мне нечего вам сказать. Я не понимаю, почему ты не хочешь говорить. Что вы им собирались передать? Зачем вы им понадобились? Я уверен, что угодил в искусно поставленную ловушку. Этот крот, которого мы взяли, точно. Я уверен, это не тот, кто нам нужен на самом деле. Нам его просто подбросили, как наживку, а мы ее проглотили. У вас есть доказательства? В том-то и дело, что нет. Но я их попробую найти. Не хотел бы я, чтобы вы оказались правы. И еще я бы не хотел бросать университет. Нет проблем. Продолжайте преподавать. Вам даже не придется менять легенду. Мы уже обо всем позаботились.
Проект будет называться «Лектор». О нем знают ограниченное количество людей. Кое-кто на самом верху, мы с вами и Владимир. Фактически вы получаете полную свободу и самостоятельность, ну, в разумных пределах, разумеется. Вы будете работать параллельно с официальными службами, но без официального статуса. Это касается исключительных, особо трудных заданий. Ваше участие нигде не будет афишироваться, а со стороны ваша жизнь никак не изменится. И я не буду числиться в штате ФСБ? Нет. А если мне понадобится ваше содействие? Что именно? Ну, что-то вроде письма кардинала, помните, из трех мушкетеров? Податель всего письма, действует в интересах, ну и так далее. Я дам вам номер своего телефона. Один ваш звонок, и все вопросы будут закрыты. Есть только одна просьба. Не злоупотреблять звонками. Ну, какие новости, Майкл? Ли сообщил, что отвел от себя угрозу и готов передать информацию. Я уже начинаю верить, что ему удастся переиграть Санту. Похоже, этот лис действительно крупная рыба. Вы еще больше удивитесь, сэр, когда узнаете, что именно он собирается нам продать. Ну говори, говори, не молчи. Через кого осуществлялась связь? Егор, ты ведь женат? Молодец. Они уже почти поверили, что ты крот. Продолжай в том же духе. И тогда с твоими родными ничего не случится.